все, и такой, все, эльфы имба. И потом, ой, ой, ой. Блин, внимательнее нужно. Одну направо, да неважно куда, направо, налево. Главное, что мимо. Хоп, и Арча умерла. Погнали. Итак, у нас есть молодость, дерзость, наглость, щеглистость, если вы хотите. В правом нижнем углу. И просто космос, мега опыт, имба в левом нижнем углу. Я не знаю, что должно случиться, чтобы Суэй в Бо-5 Муна катнул. Кто он такой? Куда он вообще залез? На чью территорию? Щегол. Просто щегол. Вот эти вот щечки кругленькие, розовенькие. Вот этот вот, не знаю, ну хмылочки у него нет, конечно, он уже скромно себя ведет. Но определенно будет преподан урок, ребят. Дорогу молодым. Сейчас, сейчас. Перебегай давай дорогу, молодой. Поэтому давайте посмотрим. Должно случиться воскресное чудо. Какой сегодня день? День сегодня хороший, кстати. Хороший день. Интересный крипрут у Хумана. Побежал на магаз. Кидается на тролля. Да, еще давай рабочего теряй на крипинге. Все, короче, выносите. Этот поплыл уже, щегол. Ну, серьезно, ну на крипинге терять... Пфф. Ополченца, серьезно. Он может... Это самое, может, к Муну вообще приходить не нужно. Товарищ не справится с крипингом. Он фору дает. Архмаг второго уровня побежал. Фору дает. Ну, посмотрим. Кипер второй. Ну, Мунчанский, ну добей ты своего этого. Энта-то, алло. А, ну тот тоже не динает, так что забейте. Ладно. А, партия мужчин говорит, ребят, научите плохому, где ставить деньги. Я, кстати, не ставлю вообще на матчи. И не рекомендую. Потому что ставить должны люди... у которых есть свободных средств много, которые не склонны к азарту. Я вообще не азартный человек. Сейчас у меня в голове мелькает там спор на косарь, баксов один, второй, в Dark Souls и в героях. Там... О, нет, вообще нисколько. У меня есть деньги, азарта нет, оставить негде. Да, герой Doom, Dark Souls, да-да-да, еще Думчанский, ё-моё. Вобла говорит, Миша, конечно, очень сильно душит молодежь. А, два раза, конечно. Блин, это значит сильно душу, конечно. Конечно, да. Вобла, ну тебе-то уже за 30. Чего ты начинаешь? Просто с таким никнеймом людей не бывает, щеглов. На самом деле, в игре пока что все происходит ровненько, за исключением будущих трупов, которые ждут Суэя. Минус один, минус второй, минус третий. А, он еще этого гнола не добил. Ну, экспанд под большим вопросом. Он еще рабочий, справа отдается потихонечку. Мун отступает. Китайцы, кстати, болеют за китайцев. Архмаг получает третий, получает амулет энергии. Да, прям сокол как будто подошел такой, типа, Да, но жертв очень много у Хумана. Это непростительное расточительство.
Есть уже второй тир. Строится, кажется, слева там база Муна. Ну, Хуман придет, даст. Даст козлу. Да ладно, Арчу отдал. Даст козлу третий уровень. И отдаст футмена всех. Минус один, минус второй, соответственно. Козлик там штрафует третьего. И вот он, четвертый футмен. Но я считаю, неплохо прибежал. Если бы Мун не затыкал еще с Арчой, как бы это было 0 на 4. Бежать вообще на козла, которого ты откормил только что почти до третьего, это странное дело. Майкер, устрой турик, назови битва чемпионов, позови граби императора Муна, Тиаши и Инфи. Да. Кстати, на Good Game турнир может устраивать любой желающий и поддерживать любой желающий. Функционал сайта позволяет вам проводить турниры по любому формату, по любой игре. Мун продал ТП. Да, он почувствовал, что как бы тут не от кого убегать абсолютно. Архмаг тоже еле-еле битый, просто еле живой убегает. И Демон Хантер вторым героем. Что-то мутит Мун. Какой Демон Хантер? С чего это вдруг? Где Панда? Где Тинкер? А вот и пятый футмен в лесу был пойман. А, он хочет... Да, это снова ты. Все, козлик будет харасить, подрезать. Димка получит второй, третий на крипинге, поставит экспанд. Арчи не скоординированно тут бегают, видите? Блин, легчайшие просто 30% можно было на Муне поднять. Аспиранту спасибо за подписку. Пытается в щегол отвлечь. Мун отменяет, кажется. Это, кажется, лорница вторая. Надо прикопать элементали. Какой процент забирает Good Game с турика? 10 получает организатор, 10 получает Good Game. В некоторых случаях мы отказываемся, и организатор может отказаться. Это настройки позволяют турнира. Но в целом мы все равно теряем где-то процента 3 на переводах, транзакциях и прочего. Поддержки всего этого дела, но все равно турниры у нас окупаются. Блин, опять приходит. Что тут настойчивый какой-то этот? Мун диспелит двух виспов. Где прикопка? Алло? Мун! Отдал виспа. Нет, слушайте, луна нестабильна. И сегодня тоже. Вот на Муна против Лины я бы не ставил ставить против такого Муна. Либо он не проснулся еще пока, либо... Либо может произойти все, что угодно. Там же, да, элементаль был в руте, точно. Он же прикопал его. Ладно, не прав. Шреддер берет сейчас Мун для того, чтобы решить те проблемы с лесом, которые намечаются у него из-за потерянных виспов. Да и когда ты экспанд ставишь, тебе нужно все равно достраивать на лес виспов. Поэтому... И будет пасти кос. Мун любит кос. Масить. Бладмейдж первого уровня выходит, там Димка третий. Ну, это нормальная ситуация даже для ровной игры. Сейчас будет очень опасный крипджек. Я не знаю, как отсюда, кроме дирижабля, уходить нормально. Тут есть выход через телепорт. Но рифла теряет и теряет точку. Не, ну это... Я говорил, что будет показательная порка. Пожалуйста.
Ну, дрядку не отдавай, Мун. Ну, не, ну стыдно должно быть. Ретаргет сделал. Слава тебе, Господи. Блин, вот его вообще нельзя хвалить. На ровном месте на двух троллях здоровую дряду чуть не отдал. Так, видал Сасун. Wash and go. Начинает Bloodmage высасывать ману. Димка уже почти четвертый. Bloodmage 1-1, Дима четвертый. Вот это уже не очень стандартная ситуация. Так, Аболиш есть. Прикапывают Рифленого. Диспелит элементаля. Берн прописывать по КД надо все-таки. Там барак пал. И монстр начинает выигрывать армию Муна. Не, на Лина надо ставить, короче, в финале. Может, разыграется еще. Не хочет отдавать теперь красную точку Мун. Пока выигрывают огры. В этих вот битвах. Сеточка, прикопочка, диспел. Козлик пытается, как может, просто выиграть время. А Димка крепится на магазине наверху. Ну, в целом, все понятно. Там, скорее всего, уже Т3 доделывается. Арбы я, правда, у Димки не вижу. Но, да, уже первые медведи выходят. Грейд на атаку, Т3 готов, козел купил арбу. Дрядку на крипинге отдал все-таки отдал. Там труп лежит. Ой, Мун, что? Что? Проснись, алло. Там не самая сложная точка была, которую Demon Hunter в соло 4 уровня крипит. Ну, 3-го, неважно. Студент 2411 поддержал ваш канал на 179 рублей и сообщает. Так, рассказывай. Я же говорил, Лина. Надо звать Хапача. Думаешь, Хапач Лина остановит Нубас? На пинге особенно. Да и звали наверняка, он же не идет. Учись, студент. Флеймстрайк хороший эвейжен. Ну смотрите, сейчас будет битва. Муна столько же, сколько Хумана. Это очень плохой знак. Для Хумана имеется в виду. Может, это Т2, Т3, 4-4 на 3-2. Это не 3-2-2, но как бы кажется, что вообще без шансов. Ну медведя спаси, ну что? Молодец. Минус медведь. Новый подходит. Не кипишуйте, ребята. Фанаты Муна, люди, поставившие на него, не переживайте. Это будет 3-0. Скорее всего. Дрядку подконтролил. Медведи приходят. Риджов кидает. Два Риджова кидает. Все, и Суэй телепортируется. Падает еще пара кастеров под конец. 57 на 70. В пользу Муна. Грейда 1-1, делается второй. Грейд на атаку. Лес у него валом из-за шредера. Не, может быть 3-1 на самом деле. Может быть на карте Хумановской какой-нибудь там. Может удастся. Да тем более, если Мун еще потеряет лимита 10 на крипинге, то да, то это важный момент, потому что когда тебя пушат, то там прям очень... Каждый юнит важен. Где феррики? Это косяк. Идет агрессивный крипинг на фонтане. Козел уходит на персоналке с мастерской. Опс у нас опять спит. Ни черта не видит. Медведи лечится. Дракон падает. Димка не может прорваться к артефакту пока что. Пустите слепого человека. Спасибо большое. Что там за артефакт? Там 150 здоровья. 6 силы, то есть. Вот, и Суэй решает допустить еще одну ошибку в своей карьере. Посражаться с эльфом на фонтане.
Не самое мудрое решение. С медведями имеется в виду, на фонтане. Пятый Дима уже против второго, блин, Blood Mage. Моноберны на 150. Да, конечно, ополченцы стенкой просто с горой встанут за всю армию Суэя. Но пишем ГГ, выходим. Ребята, если вам нужны прогнозы, обращайтесь ко мне. Просто разница между Муном и Суэем, это... Не знаю. Все хуже. То есть Мун еще при этом косячит, но все равно все хуже. Мне нужен прогноз, какая погода в Питере. Но есть же Google. Когда жара спадет? Вот, понеслась. Черт, прям за прогнозом. Че за Суэй? Клон какой-то очередной, говорит Нити. Кто клон? Суэй хорошо играет. Он из группы, он выиграл Лала это в группе. Он сыграл 120-м на равных. Он, блин, в плей-оффе Чимика выиграл 3-2. XCOM потом будет? Ну, нам показывают страдания, собственно, Суэя. Только вот эту арчу не надо было отдавать. Сам сделал засаду, сам отдал арчу. Ну, а потом как бы растерял всех футменов. Поубивал чуть-чуть виспов. Заставил Шреддера купить. Но в целом... Вот он висп, которого не доконтролили. Вот он крипджек, который очень обидным был. Человек только выходит покрипиться с первым героем. Ну, в смысле, первым уровнем второго героя. Но Мун тоже молодец. Отдал здесь барак. Его побили нейтралы. Если вам нужны точные прогнозы, 0-3 Фогелин, макер к вашим услугам. Ну, ошибся на одну карту, это же мелочи. Тем более, там эта карта была просто чудесная. Фоги сделал вообще все, что мог и не мог. Такие чудеса творил вчера. Радоваться надо, что карту отжал. Вот ты заговорил о еде, результат пропущенной первой игры, откуда-то появившийся литр пива. Неплохо ты в воскресенье начинаешь. Да. Все, я готов вставить, где мои ГГшки. Такие мелочи могут стоить больших денег. Ну не ставь на точный счет. Вообще не ставь. Чего вы начали по поводу этих ставок? Я просто говорю, что будет. Я иногда угадываю. А, так-то Фоги уже прокомментировал свое выступление. Говорит, вторую и третью карту тоже должен был забирать. Обидно. Алло. Блин, не дают мне поесть. Отменили заказ. Какой там технический сбой, охренели. Надо в холодильник заглянуть, что ли. А я уже все закрыл тут. Чего вы смеетесь? Знаете, как мне обидно. Мы смеемся сквозь слезы. Вот гады, а. Ладно. К черту все. Застыжу жену.
Мы смотрим первый полуфинал летнего Голда. Это Мун против Суэя. Суэю 19 лет. Муну там далеко за 20, в районе 34-35 лет. Вот. Блин, там провоцируют пацаны на КФЦ, на Макдак. И Мун очень удачно начал, точнее неудачно, но уверенно начал. Посмотрим, как будет продолжать. Закажи по телефону. Ну, на Tide Hunters очень хорошо ставить базу. Очень быстро получается. Мун сентами пытается прокрепиться. Уже Архмаг бежит к нему. 35 лет, он все в компьютере своем сидит, работать совсем не хочет. Что есть, то есть. О, хороший динай был от Архмага. Очень хороший. Но как же сейчас помешать строящемуся экспанду? Блин, я вообще не разговаривался еще. По телеграфу можно, да, телеграфируем. ТЧК. Козел просто пробежал мимо экспанда, понял, что он сделать ничего не может. А что, у него маны не было? Для того, чтобы энтов вызвать. Даже парочку энтов не вызвать. Так, а мне дал пятую часть героев или что? Пятую. Шестую. До шестой мы еще не дошли. Пятая очень хороша. Все, забегает козел. Ну а тут уже все закончилось, блин. Даже не хочется. В этот раз... Странная картина, конечно. Козел по одному и тому же маршруту, да, в разное время пробегает. И все никак не может решиться начать харасить. То у него маны не хватает, то уже там все закончилось. Все уже все построили. Сплошное расстройство. Просто козел... Такое впечатление, что ему просто нравится нарезать круги вот эти вот, скакать по полям, по лесам, убегать от футменов. Восхищаясь своим превосходством. Какой он просто конь прекрасный. Быстрый, хрен догонишь. Два, в это время 2.5 архмаг, извините. Как бы доскачет сейчас. Да, до третьего АМа. Как дела у оперативника Эмили Найтхевен? Мы ее только добавили, еще не нашли в X-чоме. Обязательно посмотрим описание. Nightheaven. Да, несчастье такое. Прям. Вот сейчас он поймал одного футмена. Сейчас они вместе с арчами его быстренько раздраконят. Ну, если серьезно, Мун ставит догоняющую базу. Не сделал почти ничего с экспандом противника, в отличие от прошлой игры. Но на этой карте, опять же, очень просто поставить эксп. Хумуну, по крайней мере. Вот, пытается подрезать, чтобы козла дотянуть до третьего, но прикрывают своих. О-о-о! И футмен даже спасся. Чудом спасся. Да, Суэй играет и эльфами, и хуманами. Китайцы что-то начали не к месту кричать. Ради третьего уровня так мунчански делают. Провация хорошо контролит этот свой. Ой, выходит Дима, добрый день. Добрый день, давайте-ка домой. И все начинают убегать. Еще одна прикопка. Так обидно, конечно, футменов терять на прикопке.
И еще есть одна прикопка. Там, правда, дефенс уже готов. Оу. Владислав спрашивает, как вчера Фогич играл. А, играл красиво. Играл красиво, но не доиграл, к сожалению. Кипер все еще не третий, сколько можно. А тут уже готовится мощнейший пуш. Скоплено 1500 золота у Суэя. Ух, шатерки. Я бы сказал, ух, что этот лин. Как борки-то, ладно. Фокуса Фогич, скорее всего, бы выиграл. На 100 премов наиграл. Блин, и Мун спит просто. Зевает барак. Свой на крипинге. Не-не-не, слушайте, это не 3-0. Это, кто поставил на 3-0, это зря, это ошибка. Ну, потому что, ну что это такое? Дряхт на крипинге, бараком сам ночью причем. Это была ночь. Он бараком ночью дошел до нейтралов. Капец, ночью. Обычно, знаете, бывает, что стартует день, у них там обзор повышается, они такие, опа, барак. А он сам дошел, это надо просто взять огромным деревом и упереться в голема, чтобы тебя увидели. Беда. Три-один Суевин? Да нет, 3-1 Мунвин, конечно, но... Но Луна нестабильна. Луна нестабильна, Луна пытается выкрутиться сейчас. Димка крепится. Бережет силушку на Лина. Ну, матчей не так много вообще. То есть две серии Бо 5. Там же даже не Бо 7 в финале. Там бы проснуться за первые матчи, разогреться. Раскликаться. Ой, нормально, тут тоже футменов на крипинге отдаем. Не, нормально, у них все приблизительно на одном и том же уровне, это самое... Бдительности, так скажем. Но пока что Мун выглядит, конечно, гораздо более уверенным. У него меньше денег из-за того, что база значительно позже. И Суэй уже сделает 51 лимита. Это уже очень грозный лимит. Лимит, который тебя штрафует дико. Ну, конечно, давай еще Арчу будем на крипинге терять. Что я не знаю, что происходит. Вот, но этот лимит 51 уже, кстати, 53. Говорит просто о серьезных намерениях этого китайца. Что он уже все решил твердо для себя, что он выходит в пуш. И Нага это тоже свидетельство о пуше. И этот лимит. Идут первые медведи у Муна. Lightning Shield, я бы продал Lightning Shield. А он не продал. Arctons продал. Поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает. Хорошего настроения. Настроение у нас хорошее, я просто не разговорился еще. Спасибо большое, Арктонс, привет тебе. Блин, я смотрю, что заказать можно опять. Давайте после этой игры обязательно что-нибудь закажу. Обязательно. У нас будет пауза экспресс-методом. Первая попытка. Хорош! Хорошего. А мы не хотим пойти в размен? Щегла поучить манерам. Взять дирижабль и полететь вдаль. Не хотим. 66 лимит на 61. АМШ есть, перехват под креп. О-о-о, арба уже. А можно заказать песню? Ну, сыт не будешь. Лучше сначала поесть, а потом песню. Или выпить, а потом песню. Что-то Мун какие-то темы нездоровые вытворяет. Какие-то маневры у него. Все равно придется атаковать, на вышке лезть. Ну что, погнали. Рррррр, говорит Мун, 69 на 78. На этот раз Суэй это больше. Надя, сзади виспы. О-о-о!
классно перехватывает. Нет, позиция очень хорошая, видите? Подкрепа, которая идет, она неизменно попадает под раздачу. Минус райфл. Надя! Надю ломают. Надя передает инвул. Сзади подходит юнит, и на муви отдаются. Ну, хоть бы через атаку отправил, но честное слово. Медведь минус один, медведь минус второй. Стафов у нас есть, но как бы мы не пользуемся. Свиток лечения. Медведя, спасибо внизу, спасибо. Ну что, получится у Муна, нет? Мне кажется, может не получиться. Ну что, вышки достраиваются наверху, медведь умирает. О нет, о нет, Мун, вспомни про вышки, вспомнил про вышки, молодец, хотя бы так. Минус один, минус вторая. А дальше уже как-нибудь на реджевых продержаться. Инволос 15 секунд, да здравствует анархия. Кричит Демон Хантер и просто начинает нарезать. Арчи в хайде. Блин, Мунчанский. Не, лимиты равны. Сейчас медведь один придет, медведь второй придет. Правда, Риджио все равно нет. Став Димки. И телепорт. Телепорт для того, чтобы Риджио покидать спокойно. Допускаю даже, что он вернется сюда на телепорт сверху. Есть у нас деньги на телепорт? Есть? Давай телепорт сразу сверху. Прям на голову медведей. Не хочешь, да? Тогда можешь экспант отдать. Ну куда, ну куда, ну экспант, ну... Все, врывается Мун. Экспант чинит. И со второй попытки отобьется. Ну это все равно такое. Ненадежное. Понимаете? Ненадежное. Это став. Медведей уже как-то слишком много, мне кажется. А еще такие здоровые в рефорджиде вообще. Огромные синие медведи. И Нага говорит, нет, я на это не подписывалась. И валит. Отдавая вышки, отдавая опыт пятому киперу. Я в рефорже не могу сорочку от приста отличить. Это новые веяния какие-то. Это был прист, судя по голосу. Хотя черт его знает, что там у него. Да, это 2-0. Это 2-0. Почему тени только у эльфа? Серьезно? Да нет, вон у Хумана есть, слева я вижу. Райдау, здравствуй. Ферика все нет. Видите, Мун по своей теме играет. Один ферик стоит как медведь. Второй ферик дешевле. Там акция у них. Козел где-то гуляет. Зашел в магазин, купил себе... Что? А, переучился? Или что? Не понял. В общем, продолжается сражение, но Димка четвертый. Димку, правда, бьют очень больно. Хороший реджу сзади у Димки, чтобы брякеры не перекастовали. Ну, Мишку бы спасти тоже, да? Да, хорошо. Берны Архмага. Очень четкие берны делает Мун. Медведи тоже, к сожалению, падают, но в целом тут атака должна захлебнуться. Идет размен, не очень выгодный Хуману. Он должен был пушить этот эксп и убивать эльфа именно в этот тайминг. Что дальше? Он остается в СТ2 с одинаковым инкомом против экспанда тоже. Бьерн Паркмагу сейчас пропишет. Потому что у него больше маны. А не, может, для того, чтобы Нагу добить. Надя, ГГ. Ребят, ну, я... Короче, я пошел заказывать. Я говорил. Субтитры сделал DimaTorzok
优势吧，对的。我们看到莫恩他的这个小精灵和这个树人的操作确实是特别的到位啊，特别小精灵一直都没有被这个娜迦电，总是能找到机会去，在对方没有很好的位置去点他的情况下去把这个对方的法师部队的魔法给爆掉。对，然后DH的话也是很。 冲得很靠前啊，就是去走位很灵活，对，去扛伤害，伤害是扛得比较多，然后是通过保存或者是说往后拉去套防狼环酮这样去恢复自己的血量，保证自己还是有一定的战斗力。对，到最后的话，二本部队和人的一个质量，这边好第一波这边的疯狂压制。对，我们发现莫恩他是特别。 会擅长的去使用这个小精灵啊，对，哇，这里爆的直接是让你没有脾气。对，爆的法师的话作用，法师没魔了，作用就是比较弱了。对，这一波的口子虽然说不错，集火能力也算是非常的快，可以看到熊是直接死了四头。对的，而且我们看到这熊啊，其实被这个农民卡的，卡位卡的很烦，对，卡在那里左右没有办法去输出。对，可惜由于一边是这边的墓的家门口啊，而且家人族真的就打卡，过不过。 Ребят, готово. А, надо было ставить на Муна, говорит Волкер. Так, да это все от лукавого, ребят. Ставки вот эти вот все. Какие тут 3-0, все деньги в третий потеряем. Я уже отменил ставку 3-0, опять возвращать, говорит Ламакс. А с чего-то отменить? Как так можно было в середине серии отменять ставки? Удобно. Что заказал? Не буду говорить, потому что это спровоцирует, опять же, людей. Я заказал, что было, понимаете? Женщин, нет. У меня тут просто... Если еду моя может простить, а женщину вряд ли. Она очень удивится, когда... Да... Мужчину она еще больше удивится. О, неплохо. Эконом-режим. Слушайте, я бы и это подъел. Вкусно. И ковер понтовый. Так, друзья, может быть, кто-то уже что-то ест? Может быть, на этом голоде мы сделаем... ну, не конкурс, конечно, а рассмотрение еды вашей сейчас. Я только что омлета бахнул. Блин, я уже представляю, что кто-то там только что доел, фоткать уже нечего. Да, что сверху на хлебе? А там какое-то мясо, такое подвяленное. Черешня 2 килограмма. Кардан говорит, доедаю уже, я уже все съел. Ну вы даете, блин, быстрые. Солянка рулит, солянка топич. Если умеют готовить, то прям... Арбуз холодненький. Прекратите, я не выдержу. Мне еще час где-то ждать доставку. Да. За что? Ладно. За играми время пролетит незаметно. Я уверен. И... Сейчас, подождите, я кое-что сделаю. Давно хотел подкрутить. Еще подкрутит Михаил, все вырубится, да? Так, готово. В общем, все идет к прогнозу в 3-0. Блин, захотел вареников с капустой. Пишет Филбот. Карта очень опасная для постановки экспанда.
Здесь крайне сложно эльфу ответный эксп поставить быстро. И довольно просто хуману поставить эксп. О! Ксяо Джон скинул. Блин, хорошо. Райзерский коврик, да, узнаю его. Прибегает кипер, пытается что-то сделать. Не уверен, что целесообразно. Да, диспелит. Диспелит элементали все-таки. Пытается нанести какой-то урон. Не доконтроливает мун рабочего. Просто как так. Еле-еле просто догнал этого раба, получил второй уровень. И что делать дальше? А что-то Суэй не собирается ставить экспант, вы посмотрите. Взял такой, нет. Побегу домой. Может, там второй барак он как-то усмотрел у Муна. Или нет? Нет, передумал, вернулся. Нет, все-таки будет ставить эксп. Вижу, кажется, висп идет, но не понимаю, куда. Делай ГГ доставку еды в регионах с премом 40 минут, без према 1.5 часа. Бизнес. Ну, кипер... А, там стрелями будет пушить. Это очень опасно. Взял, купил двух троллей. Берсеркера и этого, и приста. Купил, правда, как-то странно, на пол хп они уже коцанные. То есть долго приценивался висп. Что делать дальше? Гроулер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: вчера я мог за такое схватить Фиву, хотя и сейчас могу, но я не смогу удержаться. А я же говорил, что Орда победит. Я всегда болею либо за Орду, либо против эльфов. Хорошего настроения и приятного стрима. Спасибо, Гроулер. Расист. Я думал, ты скажешь либо за Орду, либо против котов. Ну, это понятно, да. Ставит догоняющий эксп козел. Причем у него... Вот эти вот тролли меня очень смущают. То есть, к чему эти тролли? К чему? Пока не пойму. Козлик получил третий. С красным сапогом. В мантии, с кольцом и в венце благородства. Очень понтовый козел. Опасно, надо следить за картой. Разведки не хватает, могут нычку отменить. Но Архмаг тоже не делает особо разведку. И... Просто крепится. Эмил Винтерсонг говорит: привет, Чумандер, лежу, делаю тату, а тут твой стрим найс. Так, не говори, что ты какую татушку ты делаешь, мы сейчас сами догадаемся. Что может набить человек? Что мы знаем о Эмил Винтерсонг? Эми Винтерсонг. Такое немножко девчачье имя, скажу честно. Пользуется яблочными девайсами. Какое тату? Звезду воровскую. Ничего. Что? Подожди, как? Так напишешь? Ничего? Так, в это время Архмаг прибегает, гоняет, футболит виспов. Мун пытается виспов спасти. Вопрос времени, когда тут футмены все сдохнут от прикопки. И телепортом решает. Хитро. И убил еще виспа, кстати, справа. Лицо Муна на груди. Купола и палеты на плечах. Радужное тату. QR-код.
Гипогриф, привет. Овечкин говорит, Миш, привет, я маг заказал, через 30 минут привезут. Держи в курсе. Портрет Сталина. Портрет, лучше, портрет бывшей Сталина. Лорницы делаются, экспанд строится. На этой карте пуш будет значительно опаснее. Вот вангую. Муну будет еще сложнее, если ничего не произойдет такое. Эмблему КХЛ. Опасно. Ну и Нага, видите, как на прошлой карте. А, мне кажется, что здесь может быть как раз то самое... Тот самый один. О, крипджек хороший. Можно попробовать добить моноберном. Зачем тролля? Ты мог добить волка здорового. Хилвард пробили. Но сейчас Мун очень хорошо залетел. Он потерял время. На его глазах фактически крипился враг. И Демон Хантер 2.3 против Наги 1.8. Кхель, деньги-то вернули? Слай, ты пропустил... SL 1986, ты пропустил последние новости. Чихнул! Спасибо большое. Это минус Мун. Это 3-1, друзья. Надо, конечно, верить в чудеса, но если Суэй тут не накосячит, то посади за Хумана поиграть кого-нибудь из Хуманов. Кто у нас там из Хуманов остался, господи? Ну, Чимика посади, Сока посади. Из такой ситуации выиграет с очень высокой вероятностью. Расскажи вкратце, что за новости. Я не знаю, какие ты что-то знаешь. Это первый полуфинал, да, это только самое начало. Будет еще второй. Жалко тролля не добить. Экспант работает, но он добыл только 1200 голды. Комментаторы так удивляются, когда видят базу Хумана. Что-то как будто стратегия поменялась. Такие, о-о-о! Он строит престол рифлов. Невероятно. Ответ на дерзкое письмо КХЛ. Сокол с Яндеком вчера написали. Нет, нет. Так, крипинг продолжается. Там SL, пацаны, вчерашние новости рассказывают. Спасибо большое. Я просто разрываюсь между игрой и интересным чатом. Мун пытается выиграть время, ему это очень нужно. Но противник весьма сносно крепится. Димка третий. Монобер на 100. Медведи к троллю пошли. Ой, сейчас не выйти будет оттуда. Ну, хотя медведи здесь троллей. Тролля пытаются убить и умирают. А там наверху футмены раз это самое тоже дохнут. Не, в целом хороший размен. Друзья, я был неправ. Мун все-таки поднавязал и подвыигрывал время. И к тому моменту, когда придет Суэй на экспанд к Луналикому... Только вот если Мун еще заказываться будет, будет хорошо. А то вот эти вот 54 лимиты и 1200 голды на руках меня немножко смущают. Что это такое? А, там все, там в очереди. Он же... Сейчас плюс 6 будет, да, все правильно.
Свитки есть, вроде инвуличек бы еще Димке купить. Грейт на Мунвейла делает. Инвульчик взял. Апгрейдов на медведей только нет. Ни одного. Димка прибегает сразу. Мана Бёрн. По мелочи пытается ведь отрезать. По футмену, по сорочке. Ополченцы уже идут застраивать. Опасно, опасно. 66 на 70. Пошли вышки. Надо брать еще виспов с собой. Задисплеил только что слоу, но почему-то виспов с собой не взял. А, вот они здесь. И момент истины. 3-0 или все-таки есть шанс? Элементали надо диспейлить, друзья. Минус прист. Протекшн надо диспейлить. С элементалями справляются дриады, а вот виспы идут диспелить протекшн. Пока очень ничего не понятно. Ну, к вышкам прорвались, это уже хорошо. Медведи потихонечку спасают, но гапшата тут довольно серьезная. Свиток лечения. Став медведя. Нет, 3-0. Все-таки 3-0. Еще один свиток лечения от Чигла. Но у Муна есть еще один свиток лечения. Лимиты уже сравнялись. Наверху Рифл умирает какой-то там оставшийся странный. А у KOG, кстати, это опасно. Надо свитком его спасать. Блин, Мун, капец. Свиток прочитал так, как не надо было читать его. Ладно, больше XP, опять же, Димке достанется. Все ровненько. Козел здесь не нужен. Нейтралы еще что-то слева воюют. А, виспов нет на экспанде. У Муна нет виспов на экспанде. Заметит, не заметит? А зачем тебе козел в таверне? Ты чего? Мун, ты чего? Инвул, где Риджуф? Риджуф не кастанул, инвул проюзал. Сейчас Димка умрет. Сейчас Димка умрет. Мун, ты чего? Сейчас Димка умрет. Какой ты псих. Господи. Нет, он может отдаться здесь, да. Дима возвращается. 50 лимита на 67 уже, все. Арбы нет. Ой, господи, ну это Мун, реально. Отдать козла на ровном месте. Просто на ровном месте, не доконтролить его. Потом пойти еще вот таким вот. Он же еще Димку сейчас мог отдать. Не, шанс-то есть, что там медведи строятся. Застройки нет, база работает. Ну проставь ты тролли, у тебя КД же 100 лет как прошел. Офигеть. Луна нестабильна. Он пытается перехватить подкрепление. Не надо на базу вписываться. Это минус эксп. Ой, ну вот порешительнее бы действовал Суэй, не подошел бы никаким Макаром Мун. Он, кажется, так и делает. Да, минус эксп. Ну вот. Вот эту решительность я имел в виду. Все. Нет, если бы это был не Мун, я бы сказал, что расходимся. Как бы это 2-1, ничего не сделать. Но на самом деле... прокрепиться, восстановиться, подхалявить где-нибудь что-нибудь, подразвлечь. Герой у него перспективный, тот же самый Демон Хантер 5. Где Демон Хантер 5, там близко 6.
Любопытно, что Суи взял наги вторую стрелку, а не форкет. Но это логично против Димки. То есть у тебя очень часто просто маны нет на форкет. А Диму плюс надо останавливать. И скорость атаки, и скорость перемещения ему замедляет. А на стрелку у тебя благодаря ауре Архмага периодически мана появляется. Даже если постоянно тебя там... Вот. Это все равно, что вот ты берешь в эльфийском Мироре, у тебя Демон Хантер Нага, и у противника Демон Хантер Нага. И ты берешь Наги форкет, а не стрелку. Плохая идея. Вот, пытается Мун сейчас как раз развлечь рабочих. Сейчас пятый кипер может получиться. А может получиться мертвый кипер. Да, давай добей специально, чтобы еще это самое... Чтобы сложнее восстанавливать его было. А-а-а, что? Он отвлек. Он отвлек, заставил противника переключиться. А там пятый кипер был... Ну, мертвый кипер был. Не, не мертвый, у него персоналка есть. Все в порядке, он уходил, там нечем перебивать. Ну и начинает Мун, смотрите, делать то, что обычно люди не делают. Морочить голову. Когда тебя меньше, когда ты слаб. Он как этот, как крыса, загнанная в угол. Начинает просто бросаться на врага. Ну, у противника 80 лимита. Димка пытается пятый где-то получить. На вторую красную, кажется, пойдет. Магической вышки нет. Козел, да, козел просто развлекает всю армию. Шимида. Все, а сам крепится на красной точке. Ему уже выпало один артефакт. Это тауреновская аура. Выпадает шлемак. Прекрасный. Сила, ловкость. И Димка пятый. Противник идет в атаку. У Муна даже телепорта нет. Он сейчас пойдет в размен. Капец, ты псих. Он там за виспами бегает чего-то. Так, Мун подтормаживает. Не знаю, зачем он бежит на эксп внизу, чтобы поставить там базу. Он в бейстрейд, типа, уже сразу идет. Да. Ой, молодец. Какой же он ненормальный, а? Он пошел в бейстрейд. Он знает, что после этой нычки, что он ее отдает, что тут идет на мейн, что ему нужны базы, и он освобождает место. Офигеть. Но он в таких темах, ну, в таких разводах, как рыба в воде. Все, тут мейн умирает, скорее всего. Ты идешь на эксп, и в результате Хуман остается с такой же экономикой. Ну, только вот нычка здесь непонятная какая-то. Телепорт. Ну ок. Это нас устраивает. Нам не показывают энтов, которые мейн пытается убить. Там мало жизни осталось. Во, показывают. Ну, сейчас они остаются в одинаковой ситуации по добыче. Да, у Муна нет экспанда, но там на мейне добычи никакой. И уже лимиты сравниваются, заметьте. И уже Демон Хантер как бы пятый с двумя красными предметами хорошими. Да. Вертолетик для того, чтобы контролировать лучше перемещение Муна по карте. А тут, кстати, сражение. Куда козел может присоединиться, между прочим. Близзард. О, это неприятно. Но тут армии меньше значительно у Хумана. О чем он думает? У него кастеры по центру. А зачем ты сражаешься здесь? Минус брейкер. Дриад заливает Близзардом. Он нормальный? Минус еще один брейкер. Давай, корми Демон Хантера. Корми до шестого. Берн третий нужно делать в АМ.
Blizzard неприятный. А вот и кастеры потянули. Сейчас уже сложнее. А козел в это время харасит. Это странный мув от, от Муна. Медведя добил раз. Блин. Димка еле-еле отступает. И при этом он еще огрызается, понимаете? Подрезает брейкеров. И там доконтраливает. Нам еще не показывают, как кипер харасит шахту. Во. Ну так, харасит. Тоже ему внимания не хватает. У Муна уже мейн перекопался на эксп. Вот видит, что сорочка какая-нибудь выбежала вперед. Брейкера тоже можно попробовать подрезать здесь. И сразу начинает там тык-тык-тык. Нычка здесь, нычка там. Невидимый рифл контролит, но сделать ничего не может. Минус еще рабочий. Еще там двое красных рабов. Как же Нага давит нас. А Димка в это время в рабочих. То есть просто мультитаском пытается продавить. На грани играет Мун. Вон дриады сорочку пытаются отстрелить, смотрите. Немножко увлеклись. Но живые. Димка стафанул дриадку. Козлик возвращается. Козлик возвращается до того, как рабочих вернул. То есть Мун впереди уже по озадачиванию. И еще ставит базу. Блин, вот это показательный урок Щеглу. Он столько вынесет унижения и пользы из этого матча по результату. Просто это выигранная была у него игра. Выигранная просто полностью. А ему показывают, что как бы Warcraft это не только пришел с тайминговым пушем и убил. Тут еще думать надо. Карту контролировать. В нестандартных ситуациях ориентироваться. Ну все, он сейчас будет тильтовать, как обычно тильтуют хуманы. А многие хуманы так делают. Типа, все, мне надоело это все, я пойду в атаку. А там по всей карте нычки. И пока ты будешь со своей атакой убивать там медленными рифлами и кастерами деревья с Nature Blessing, эльф будет убивать тебе мейн. А, не, есть мортира и есть Blizzard. Довольно быстро сейчас все будет. И он построил воркшоп для того, чтобы сделать мортиру. Ну, минус рабочие. На экспанде. Мун спасает виспов, потому что каждый висп — это дерево потенциальное, которое вырастет в этом же месте, в другом месте, неважно. Добычи у Хумана уже нет. У него уже меньше лимита, чем у Муна. Вот это показательно, а? Вот это порочка такая. Мун зевает телепорт, это минус Дима. Ладно, не минус, у него персоналка есть. Он уже не в первый раз на персоналке в этой игре уходит. Да. Я не узнаю Муна, где экспанд слева наверху, снова строящийся. Мун, исправляйся. Два виспа у тебя есть снизу, берешь их и делаешь дерево там. На персоналке уходит. Давай, соберись. Мультитаска, что ли, не хватает? Кипер возвращается. Блин, висят, а? Тупят. Там 5-5, Димка. Там любой нормальный размен, эта игра уже заканчивается в пользу Муна. Этот день Щегол запомнит как день, когда он чуть не победил капитана Муна Воробья. Да. А Мун, кажется, уже готов посражаться, но это ошибка. Но это ему не нужно. А он хочет. Ну окей, ладно, погнали. Blizzard. Диспл, Медведев в отвратительной позиции. Падает рядом, медведи очень-очень сильно терпят. Свиток лечения, чтобы законтрить Blizzard хоть как-то. Димка нарезает. Димка без синвула, Димка стафается. Блин, ну Мун что-то, конечно, торопится. Опять, кипер чуть не сдох. Минус райфл. Ну, вообще, мега плюс размену Муна. Правда, вот эти вот, если два медведя умрут, то будет не очень хорошо. Так, почти шестой кипер, почти шестой Димка.
Это... Я же говорил, на классе переиграет. Даже если это самое... Слишком много нужно знать для того, чтобы нормально в эльфа хуманом убить. Тайминговыми пушами. Свиток пошел. Нычку он отдает. Ну что, у него внизу еще одна есть. Странно, что он слева не строит. Вот это вот ошибка. Это, точнее, нетипично для Муна вообще. Мун подрезает еще пару юнитов, нам не показывают, но это очень важные юниты, показывают. Да-да, потому что это шестой. Ладно, может этот не шестой. Нет, шестой. Можно даже Транквилу сразу. Транквила пошла. Просто. Эльфа такая халява. Ну, можно уже посражаться снова. Желательно, чтобы Blizzard не сильно долбил. За Медведев. Может, впишемся за Медведя, а? Чего вы ставите? Давай-ка, давай, а чё это он? У-у-у. Развел на Blizzard. Такой прям грозным видом своим. Ладно, не будет. Да, начал строить базу слева наверху. Как же Нага хорошо охлаждает Димку. Уну нужно восстанавливать экспанты по центру тоже. Почему бы и нет. А, у него Транквилла откатилась. Он, в принципе, может сейчас с Транквиллой посражаться с новой. Да? Да. Погнали. Где Дима? Дима, может... Да, он под реджум. О, пошла Транквилла. Хотел не отдать Дриаду. Прикопка на Архмага, который хотел массовый телепорт сделать. Куда ты пошел? А у него нет телепорта у Архмага. У него только инвул. А мы не хотим шестого демона увидеть. Мана есть. Чуть-чуть нужно, чуть-чуть продержаться. Еще. Одного-двух юнитов нужно добить. Ну, инвизом спасает. Нет, Суэй опасный. Вот через годик, через два будет мега страшный противник для Муна. А пока он не готов. Пока он не готов. Очень показательная игра третья. Прям очень показательная. Все, он уже слил. И тут Майкер говорит, ну если может кто-то. И Мун может. И он показывает. Еще гол такой, что происходит? Как это так? Как это один козел меня тут вертит? Откуда Demon Hunter 5? Откуда у него три базы? У него же, я же у него убил нычку одну. И все, масса вопросов, никаких ответов. И все, и... По наклонной пошел. Снова он выбегает, чтобы убить базу. Он не знает об этой нычке справа внизу. А это тоже как бы надо рассматривать всегда такие варианты. Деревьям пофиг, где расти. О, рабочий. Рабочий приблизит демона еще к шестому. Чуть-чуть, вот чуть-чуть. База убивает. Мун ставит по центру еще одну. Массовый ТП. А, он увидел нычку наконец справа внизу. Можно стопешиться, кстати. Вот за эту базу я посражался с телепортом. Пешкарусом бежит. Пешкарусом не успеет. Или успеет? Успеет. У-у-у. Ну гоу козлом, чтобы не телепортировался. Ты чё? У него ж нет... У него только массовый телепорт. Погнали. Нага получает бёрн. Надя, Надя! Кипер Транквилла. Димка шестой. Кипера пытаются убить. Просто все фокусят. Дима ультует. Кипера стафуют. Ой, киперперсоналку назад. Ай, молодец. И вся армия Хумана влево, вправо, вправо, влево. Красиво. Массовый телепорт, давай, перекопка. И не успел. Ай, не так красиво, как хотелось. Ну, 42 лимит на 70. Блин, такая вообще сумасшедшая игра. Туда-сюда на козла. Козел такой рукой машет, под ультой хрен убьешь. Все уже пробегают. Давайте все навалимся. Он... Став туда, персоналка сюда.
Надя, Надя, а чё Надя уже? Все, у тебя там лимита нет. Надя минус, щегол минус, 3-0. Майкер был прав. ГГ. Вот это урок, вот это урок. Ему он с таким, типа, как я это затащил. Да, я хорош. Не свались только. Ну, если вы думаете, что это так просто ставить базы, как бы, и разводить, это искусство. Многие пробовали, этому нужно учиться много лет.